Вот такая интересная женщина. Это Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на слова агента Дмитрия Селюка. Ранее Селюк выступил с критикой в адрес: «Сейчас везде появляется жена Карпина. Мы сделали вот так, мы на матче, мы там, мы здесь». Я понимаю, это некоторым нравится пиариться за счет мужа, но это сборная России, а не Ростов. И снимать на Ютубе, как ее встречают, как она едет вместе с ребенком, как она садится в машину, так нельзя. Это сборная, а не Шарашкина контора. Давайте вообще всех жен соберем. Пусть все показывают грудь, попу, раздутые губы», – заявил Селюк в интервью. Друзья, придется удалить мой личный YouTube-канал и личную страницу Instagram. Видите, некий Дмитрий Селюк не может пережить моих появлений на матчах с дочерью и тем более моих раздутых губ и попы, которые я вам всегда показываю со стадиона. Шучу. Просто кроме как посмеяться над убогими женоненавистниками, ничего не остается. Кстати, а Ростов с его слов «Шарашкина контора»? Обидно, написала Дарья. А я считаю, что Дарья молодец, потому что она переживает за команду, в которой стал тренером ее муж. Она поддерживает своего мужа, правильно делает. Во-первых, мы узнали, какая у Карпина симпатичная жена. А теперь будем смотреть еще и Инстаграм, что она там будет выкладывать. Это очень интересно. А тот Селюк пусть идет лесом, раз ему не нравится Дарья Карпина. Она не приходит нравиться этому Селюку. Она приходит поддерживать своего мужа. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.